Привет! Сегодня я хочу немножко больше рассказать вам об учебе в Германии. Я знаю, что эта тема вас очень интересует. Я хочу сделать так, чтобы вы могли представить себе хотя бы немножко, как это учиться в Германии. За вдохновение для этого видео огромное спасибо Антону Маркину, который попросил меня показать мои конспекты и учебники. И вот я это делаю. И сегодня особая изюминка этого видео. Я немножко вам расскажу о том, как я учусь, о том, какую я для себя выработала стратегию обучения в университете. Вот этот вот учебник, как и все учебники, которые у меня обычно есть дома, из библиотеки для студентов. Там есть книги от разных издательств, и эти книги можно брать, ну, практически на целый семестр. Их нужно продлевать в интернете. И я вам скажу так, в Германии книги очень дорогие, сумасшедшие дорогие. И, ну, у меня просто нет финансов, и я не вижу в этом смысла покупать учебники. Я с удовольствием их беру в библиотеке, и, в принципе, мне этого более чем достаточно. Мои одногруппники некоторые покупают учебники. Им нравится ощущение, когда ты открываешь новый учебник. Ну да, ну вот. Это учебник очень толстый, он покрывает 2 семестра физиологии. А если вы знаете, физиология — это один из 3 самых сложных предметов вне клинической части учебы на медицине, наряду с анатомией и биохимией, вот. И, в принципе, этот учебник вмещает ту информацию, которую мы должны знать на экзамен. Да, вот так вот, как вам объем, да, на один экзамен всего лишь. Не все студенты, как вы понимаете, любят такие толстые учебники. Для тех, кто любит быстрое решение сложных проблем, есть еще вот такие вот тетради, они очень тонкие. Это биохимия, она состоит из 3 частей, по физиологии тоже 3 части вот таких вот тетради есть. Прелесть этого учебника или этой тетради в том, что здесь есть вот такие вот желтые ящички. Вот желтые, я надеюсь, что вам видно, я сейчас поднесу поближе. Вот, например, вот такой вот желтенький ящичек, пересвеченный это получается, ну ладно. Суть этих желтых ящичков в том, что там выделена та информация, которую очень часто спрашивают на экзаменах. Это статистика, которую собирает это издательство. Они прям реально просматривают те вопросы, которые были на выпускном экзамене после первой части учебы на медицине, составляют статистику, и по этой статистике составляют эти книжечки и пытаются напихать в них как можно больше той информации, которая именно нужна студенту, чтобы сдать экзамен. Еще хочу вам показать, и для этого я, в принципе, и села здесь перед телевизором, да? Итак, то, что вы видите сейчас на экране, это одна из глав учебника по биохимии. Это учебник, который еще толще, чем этот, и он еще тяжелее, чем этот. И знаете, что делает продвинутый студент ЛМУ в Мюнхене, который не хочет таскать с собой учебники? Я могу через интернет зайти в электронную библиотеку, и очень-очень многие книги, которые необходимы мне для учебы, я могу просматривать через интернет. Это книга от того же моего любимого синенького издательства, которое называется Тима. Эти электронные книги, они реально супер. Книги этого издательства в PDF я даже могу сохранять себе и, например, скидывать на iPad, и потом читать, когда я куда-то еду, и это очень практично. И еще одна опция, которую я вам хочу показать, я не знаю, насколько такая возможность доступна даже другим студентам других университетов в Германии. С помощью вот этого вот портала Тима, это тоже издательство, от которого я беру книги, я не повернута на этом издательстве, и я не хочу его рекламировать, просто оно реально очень классное. И мне их книги очень нравятся, они для меня более понятны, чем книги других издательств. И то, что они делают, это сборник всех тестовых вопросов по всем предметам за многие-многие годы. И это очень круто. Мой экзамен из неклиники в клинику состоит из 2 частей. Письменная и устная. Письменная часть состоит из огромного сумасшедшего количества тестовых вопросов, на которые я должна отвечать. Если вам будет интересно, я сделаю отдельное видео по поводу этого экзамена. И чтобы сдать эту письменную часть, нужно тренироваться и много-много отвечать на эти тестовые вопросы. Что я и делаю. Итак, на этом портале у меня есть возможность
сделать себе план, по которому я буду учиться, расписать на каждый день, сколько часов в день я хочу заниматься. И таким образом я могу держать себя в форме, чтобы подготовиться к экзамену. Это для любого другого студента стоило бы около 40 евро, но для меня, как для студентки ЛМУ, это бесплатная опция, и я просто в восторге от этого. Ну и то, что я оставила на конец этого видео, я хочу вам коротко рассказать о том, как я учусь, о том, какая стратегия помогает мне справляться с экзаменами. И в принципе, как и все гениально, эта стратегия проста. Во-первых, нужно заниматься каждый день. Я приняла для себя решение, что я не хожу на лекцию. Лично для меня лекции ничего не дают. И когда я занимаюсь дома, я беру одну такую вот толстую книжку и вот эту вот тонкую книжку. И вместе по этим двум книгам я открываю одну и ту же главу. И сначала, чтобы создать общее впечатление и понимание каких-то вещей, я читаю о них в толстой книге. А потом, чтобы подготовиться именно к экзамену, и чтобы знать, какие мелкие детали почему-то так сильно интересуют моих преподавателей, и чтобы это все как-нибудь еще удержать в своей голове и в своей памяти, я составляю конспекты. Вот моя тетрадь. Мои конспекты выглядят вот так. Это просто важная информация, которую я выписываю из этих двух книг, которую мне почему-то в какой-то момент тяжело запомнить, которую я не поняла. Так я учусь. Звучит немного скучно, но не знаю, я просто мне нравится понимать. Я не из тех, кто любит зубрить и учить наизусть. И чтобы понимать, я это делаю так. Да, кто-то скажет, это тяжелая работа. Кто-то скажет, в Германии очень тяжело учиться. Возможно, это так, но мне это приносит удовольствие, потому что здесь я понимаю, что я становлюсь профессионалом, я понимаю, что я вкладываю время и силы в то, чтобы в будущем быть специалистом в своей области, и это, наверное, самое лучшее. Я надеюсь, что это видео было вам интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, спрашивайте у меня, задавайте вопросы и рекомендуйте какие-то темы, которые, возможно, вас интересуют. Я обязательно постараюсь на эту тему снять видео. И до новых встреч. Пока!